Темнеет, дорогие друзья, на улице города Саннивейл, что в Силиконовой долине. То, что вы видите, немножко осветлено камерой. Так она искусственно осветляет. Вот там уже начинаются какие-то первые. Я вот вижу, родители с детьми идут за своими взятками, как пчелки, в смысле, за конфетками. Моя супруга Светлана приготовилась к налету детишек. Я с сомнением смотрю вот на вот эти количества и думаю, что нам не хватит. Нет, нам точно этого не хватит. Не знаю, что мы будем делать. Вот там вдали уже мы видим пионеров хэллоуиновского движения. Who are you? I'm Jordan. But what's your costume about? I am a hot dog. Who are you? What's your costume about? A nerd. A nerd. Nerd, okay. A wrestler. Mexican wrestler. And I'm a werewolf. Werewolf. Okay. And you okay. Live here. Yeah, this is my granddaughter. Okay, thank you guys. Thank you guys. Сашенька, ты у нас кем наряжена, покажи. Ты покрутись. Фея? Так, ну-ка давай. Фея, я понял. Рассказывай, как тебя зовут? Не хочет. Артур. Артур у нас одет сегодня спецназовцем. Я правильно понял? Почти. Вот. А это его брательник, который одет кем? Помаши. Кем ты одет? Ты кто? Это чертенок маленький, который оказался голубоглазым блондином. И он не хочет от мамы отходить. Вот. Ну, в общем, это чертенок маленький. Вот, конечно, когда на маме совершенно другая жизнь. Сколько лет ему? Два с половиной. Два с половиной? А он уже говорит что-то? Да, он много говорит. Он сейчас освоится. Ну, скажи что-нибудь. Ниндзя! So, wow, who are you? I'm a Ranger. Ага, and you are? Spider-Man. Ага, okay, and the one in the car? We keep on going somewhere and get it. Wow. Наша бригада выходит на тропу трикотрита. Сашенька, как ты будешь просить, или там, как ты будешь заходить и говорить, что ты скажешь? Трикотрит! Ну, а они тебе что? Они дают конфеты. А ты что? А я им обратно трикотрит даю. Нет, ты должна сказать спасибо и сказать, хэппи Хэллоуин, наверное. А, да? А вы что, реально хотите скушать эти конфеты? Да! Да! Вот они, детишки. С родителями, конечно. Никто детишек так одних не пускает. Ну, бывает постарше. Вообще, чисто временно, когда вот мелкота пройдет и отправится спать. Вот они к соседям к нашим пошли. Тут англичане у нас живут, ребята очень симпатичные. Ну, такие постарше, пенсионеры. Вот, и... Когда мелкота пройдет, появятся ребята постарше, которые фактически добирают большими такими жменями, добирают конфеты и все, что там выдают. Потому что маленькие берут по одной штучке. У них у всех большие такие мешки, но в итоге они берут одну какую-нибудь конфеточку. Вот. Без злоупотреблений. Должен вам сказать, друзья, что костюм сам по себе он обязывает, и тут ходит невероятное количество принцесс маленьких, и я хочу сказать, вот там к вашим услугам, и вот, можно сказать, ваше высочество, ваше величество и так далее. То есть вот мундир обязывает. So, what is your costume? Who are you? Just turn around, show us the costume. So you are a soldier? Or? Yeah, I'm a soldier. And this is your brother? Yes. So how old is he? He's four. Four years old. And who is he? Spider-Man. Spider shield? Yes. So you have all the accessories. Just turn around. Okay.
Aha. Beautiful. Guys, happy Halloween. So he's 3 years old, and what's his costume? Woody the cowboy. Woody the cowboy. What does Woody say? You're a cowboy. Who you are? What's your costume, sir? I'm a werewolf. I'm Superwoman. Superman. What's Superwoman? Superman's woman. Okay. Girlfriend. Okay. Red Riding Hood. Uh-huh. And you are who? The wolf. The big bad wolf. Wolf? Yeah. Oh, you're not a bear. Oh, my God. Okay. Yes, thank you very much. What's your name? Mahima. Would you please turn around, just show the costume. Is it like Indian or? No, it's like Chinese dragon princess. It's a monster high costume. Wow. Окей, okay, thank you very much. Ну ты скажи, как процесс происходил, у тебя впечатления есть? Давай, Артур, будем смотреть. Давай, высыпай все. Это син высыпал. Это как? Давай, где мама тут? Но вы же не будете этого кушать, ребят. Да, ребята, вы не будете это кушать. Ну, немножко. Саша... значит, подарили настоящую хурму. И что это, лимончик или апельсинчик? Апельсин, это да. Апельсинчик. У людей на деревьях растут, вот они надрали и раздаются. Но если с ним у нас